А 27-річна Олена певна, суддям краще не сумніватися ані в її вокальних здібностях, ані в перспективності. Бо якщо що, вона підключить свій головний талант – бронебійну силу переконання. Нет ничего такого, чтобы я не могла продать. И я работала на рынке. Бобра продавала стриженного шубку. И женщина все время интересовалась. Скажи, пожалуйста, а у бобра же должны быть иголки? Я говорю, ну да, да, конечно, должны. А где же иголки? Я говорю, ну это же бритый. Я говорю, стриженный. И она, понятно. Спасибо Конечно. Большое, до свидания. Всего доброго. Когда вот это вот появилось ощущение, что так хочу петь, не могу жить без этого? Ну вот недавно как-то появилось и как-то не уходит. Как-то не уходит. Во мне надо выпустить. Ты встречаешь следующую девушку? 7-й километр. Она работает на рынке 7-м километре. Вот сюда. Вот сюда. Сюда, да. Вот к центру. Вот центр. Вот крестик. Видишь? Вот перед нами. Здравствуй. Здравствуйте. Я на самом деле все знаю. Я прочитал твою анкету. Девушка, которая поменяла много работ, но сдержалась надолго только на рынке 7-й километр. Продавала кожаные изделия, да? Не горжусь этим. Правильно, правильно, правильно. Но всегда мечтала быть актрисой или певицей. Ну, хорошо. Давай. Что вы споете? 3 песни, что вы скажете, то я и спою. Видно, що людина працювала продавцем. Що скажете, те і заспіваю. А озвучить прескурант? А студіо «Ти і я сила притяження». Друга. «Меладзе, не тривож мені душу скрипка». І? І... Забила. Ні, і третю... І безответно. Анастасія Приходько і «Меладзе». Давай безответно. Ты стоишь, а я бегу на место. Прекрасно. Не могу сделать этот первый шаг. Черная невеста, твои глаза, словно лезвие ножа. Пронзай меня не спеша, от тебя оторваться нет сил. И с тобой не живет душа моя. Не меняй крестики на иксы, все равно выйдет то же самое. Это, слушайте, для меня это просто издевательство. Не утихнет и с тобой не заберет на рассвете. Останавливаю, а то сосед умрет. Я тоже. Одиночество мое. Вань, ну як тобі? Ну, безответно будет твое одиночество на сцене. Нет, точнее, ответ будет, но он будет такой, который тебе не понравится, понимаешь? Не надо на сцене. У меня такое враження, что ты не торговала шкіряними виробами, а ты сдирала шкіру перед тем, как шити шкіру. Я просто переволновалась. Це жах! Ну,
бачишь, как мы в унисон зиснули? Нино, неужели тебе не сподобалось? Друзья, мне кажется, комментировать нам нечего. Чем мы комментируем? Четыре нет, я думаю, и с Богом ее отпустить. Спасибо большое. До свидания. Волнение внутри не смогла побороть. Оно просто вылазило все время. То с этой стороны, то с этой. Ну, вот как-то так. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.